бронебойный аргумент. В Россию прибыл с визитом Ким Чен Ын. Западные эксперты утверждают, что КНДР производит аналоги старых советских ракетных систем залпового огня и ракетных комплексов. И, мол, если чем и полезен Пхеньян Москве, так это запасом снарядов, нужных на фронте калибров. Правда, этот арсенал те же самые эксперты называют некачественным и устаревшим. Хотелось бы узнать, а о чем договорились и что, собственно, вот, ну, если можно это называть. Все на поверхности, то есть по всей видимости, министр Шойгу договариваться о том, о чем писали все эксперты. О покупке у Северной Кореи снарядов артиллерийских и не только. У них там огромные арсеналы, просто колоссальные арсеналы. А у нас на фронте эти снаряды очень нужны, даже несмотря на наше производство. Вероятно, речь идет о северокорейских ракетах, потому что когда товарищ Владимир Путин заявил, что товарищ Ким очень интересуется ракетными технологиями, это был троллинг 80-го уровня, поскольку он прям видно, что ему интересно было, какого диаметра ему ракета. Показывали, потому что Северная Корея является одним из ведущих экспортеров ракет, из числа стран, не входящих в топ мировых. Северная Корея активно экспортировала. Хорошо, а вот то, что мы сейчас тоже цитировали, то, что они пишут, что ракеты у них там плохие, снаряды старые, капуста тухлая. Гранаты не той системы. Смешно. У них огромный арсенал, там, конечно, есть тот, что закончилось срок годности. Это не значит, что этим нельзя стрелять. Это раз. Помимо ракет, там и РСЗО, и ОТРК, то есть ракетные комплексы, и там много что есть, что нам пригодится на фронте. Хорошо, можно я вас остановлю, потому что Андрей Владимирович. Я надеюсь, что помимо железа в российской армии будут и корейские добровольцы. Кстати, по поводу геополитики, это еще и классное вмешательство в американские выборы. Вот помяните мое слово, когда истерика по поводу визита товарища Ына дойдет до предела в Соединенных Штатах, тут выходит такой Дональд Трамп и говорит: «Ну это же придурок Байден, вот я-то с Кимом договаривался, так и будет. А этот так облажался, что тут к Путину поехал». А о чем он договорился? Это не важно. Какая разница? О многом. Это же шоу. Было, по крайней мере, красиво.